«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Лебедь. Аккош. Стая лебедей. Аккошлар түркүмү. Стая лебедей. Аккошлар түркүмү. На озере Кашкадан поселилась стая лебедей. Кашкадан күлінде аккошлар түркімі яши башлаган. На озере Кашкадан поселилась стая лебедей. Кашкадан күлінде аккошлар түркімі яши башлаган. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».